야. Дом, на котором были кованые балконы, мне чем-то напомнил Париж. Это фото было сделано одним фотографом этого города в 1958 году в городе Фридберг. Это часть этого города, потому что Элвис здесь служил до 60-го года. В 60-м году он улетел назад в Америку. В 77-м умер. Вот написано: «Я верю, что счастье... Я верю, что ключ к счастью заключается в том, чтобы кого-то любить, чем-то заниматься и всегда смотреть вперед». Замечательные слова. У нас в Гослере все на тему ведьмочек, а здесь даже манекены на тему Элвиса Пресли.
завтра в воскресенье работают все магазины. По законам Германии в воскресенье все закрыто, кроме заправок. И вот в каждом городе есть 4 воскресенья в год, когда разрешено всем магазинам в этот день открываться. Вот завтра будет все открыто. Ja, mein Schatz. Also meine Hose ist nass. Ich hab so bing, bing. Ja. Und dann so. Es ist hier много фонтанов. Schau mal, Mami. Oh, weia. Ja. Магазинчик, в котором шоколад, конфеты шоколадные с изображением Элвиса можно заказать. Вот сейчас посмотрим, как они называются. Оденкирхен. Интересно. Da waren wir schon. Uns wurde gesagt, hier geradeaus und dann links. Ihr Lieben, kannst du bitte eine Pause machen? Ich mache Video. Наша принцесса уже начинает нам концерты устраивать по заявкам, поэтому приходится мне очень быстро убегать, чтобы сделать в спокойствии видео.
Ну, она правда умничка. Мы проехали практически 300 километров. И она еще даже умудрилась потанцевать там на фестивале. Вот я сейчас увидела эту церковь и подумала, было бы хорошо это тоже запечатлеть. Красиво. Евангелиша. Так, значит, это Евангелевская. Мне кажется, так это по-русски называется. Вообще вот в Германии на юге в основном все католики, а вот там, где мы живем, Евангелие. Как красиво. С разных уголков Европы приезжают сюда люди на этот фестиваль. Встретили, как я уже говорила, одну певицу из Португалии, которая имитирует Элвиса Пресли. Познакомились также с туристами из Брюсселя. Кстати, живут в том же районе, где мой свекр. Там где-то было видео, как он ко мне в гости приезжал. В магазине был. По всему городу разбросаны островки. Вот, вы слышите, начинается музыка. Вот там продолжается дальше вечеринка. Фестиваль Элвиса Пресли. Ну, туда мы и идем. Вот мы уже совсем близко.